Как вы относитесь к разговорам о том, что природа меняется под воздействием человеческой деятельности? Какой вклад в это загрязнение окружающей среды вносят нефть и газ? Чрезвычайно сложный вопрос, и, наверное, тот, кто задавал, знает дискуссию, она же идет с 60-х лет, но обостренно, скажем, с начала 90-х. Я был когда был политиком, я был в числе тех, которые считали, что нужны обязывающие уже документы, и Россия участвовала в этом деле, и, и участвует. Но ну, в данном случае в парижском соглашении. И наоборот, уже сейчас я от лица Союзничества газопромышленников при обсуждении, значит, ратификации парижского я выступал мы и от лица выступали за то, чтобы не в э, какое-то время не ратифицировать. Потому что, заметьте, при Трампе Америка вышла, вошла, но мы опять вперед типа паровоза раз, а во-вторых, если брать Калининград э, и Камчатку, Чукотку, то есть нашу протяженность, нашу природу, то я выступаю как раз с позиции тех, что Россия имеет возможность и обязана в климатической повестке быть ну, со своей философией. И уверен, что половина-то мира ее будет разделять. Там, а именно, на единицу, на человека. Человек же, в конце концов, правда мышь Мы же не вообще говорим. Но человек – это вода, воздух, значит, природа, значит, экология вокруг, животные миры, значит, растительный. И в связи с этим, Россия, повторяю, обязана ради себя, ради человечества свою философию выдать, потому что дело не только в углекислом газе, и далеко не в углекислом газе, в сохранении морей, в сохранении вод, в сохранении океанов, там не зря уже говорят, в Тихом океане уже, где сходятся течения, там целые, значит с Францию территории загрязненности, куда сброшено, и сброшено все пластиковое мира, да? Течение это идут, крутятся. Поэтому я вот здесь выступал бы вот с этих позиций, и не будь я энергетиком по жизни, то наверное я был бы вот рьяным экологом в этой части именно, вот в такой трактовке. Затем перейдем к Узкой. Безусловно, углекислота ⁇ один из факторов и очень значит, плохих. Затем идет намного в отрыве метан. Иногда спрашивают, а что метан? Метан плохо. Да, надеюсь, вопрос про метан. Но все-таки понимаете, как метан вторичен где-то на, на раза в два. По оценке вредности, по объемам, по влиянию, ну и так далее. Поэтому углеводородная тематика обострилась она имеет место, надо точно понимать России, как стране, которая выдает углеводородную значит, след, не маленький, что это человечество уже не остановится. Европа круто в этом пойдет, как она вот тут заявляет, или медленней, но Европа будет реализовывать. и мир будет реализовывать. И не зря наши компании тоже уже одна за одной принимают программы в части того, что выбросы, тут-тут ограничения на выбросы, их касаются впрямую. И вот там же глубинный вопрос. Да. Но в то же время, общаясь с людьми, ну, по крайней мере, в России, задающими, ну, их всего таких, как и в любом деле, ведь 3-4-5 людей, которые знают, ну, почти все. И если не судить э, узко... А говорить с теми, кто жизнь положил на науку, о биосфере, о физике атмосферы, это главное. Даже не климат же, климат вторичен, он же производный от биосферы и от физики атмосферы. Ну, таких, повторяю, 3-5 фамилий. Я с большинством знаком и беседовал. Конечно, фактор общечеловеческий или как там, общесистемный от Солнца и Земли, но он огромен. И в какой мы синусоиде находимся, еще трудно сказать. Подъем, спад. Я считаю, это уже, уже мое, наслушавшись, и не будучи специалистом, а будучи, возможно, как одним из тех, кто задает вопросы. Кстати, Я он... считаю, что процентов на 50-60% это, естественно, объективная циклика жизни Солнечной системы и Земли. А вот немаловажно, ну скажем, 40, а то и 50%, ну 40, я бы сказал, это жизнедеятельность человека. Ну, кстати, в нашей передаче принимал участие как раз представитель такого ученого мира, который говорит, что мы должны понимать, что есть длинные циклы изменений, которые влияют на климат. Это большие исторические такие эпохи. И в какой из этих этапов мы, мы находимся, глобальных таких перемен, мы не знаем. Равно как очень трудно определить долю антропологического человеческого фактора движения. Но а, и, мы кстати. с вами видим все равно загрязнение, загрязнение, загрязнение. Но это наша значит, деятельность. Мы, мы конечно, описывать. Мы губим животный мир, конечно. большой конечно. мир животный уничтожаем и так далее. Да. Поэтому да. за тем, что идет какая-то циклика и синусоида, повторяю, я отнес. Пока пока как один из людей, который не глубоко это знает, но так или иначе касается 60%. Okay. Все Остальное эти, это да. человек, да еще и неизвестно с, с отрицательным, в общем, знаком. Да, пока да, мы Глобальный фактор съедаем. не снимается с нашей ответственности, да. я согласен с вами.